Жанна Агузарова в последние пару лет вела совершенно затворнический образ жизни. Эпатажная 56-летняя певица давно не появлялась на публике. Соседи рассказывали, что Жанна почти год не выходила из своей квартиры. Продукты ей приносил помощник, оставлявший пакеты с провизией у входной двери. У артистки, несмотря на очевидный спад популярности, сохранилось много поклонников, ожидавших ее возвращения. И они дождались. На днях в сети появилось видео с изменившейся Жанной. Звезда отечественного рок-н-ролла вернулась в новом имидже, она стала брюнеткой. А еще, как заметили наблюдательные поклонники, Агузарова увеличила губы. Еще она немного поправилась, что только пошло ей на пользу. Словом, фанаты остались довольны тем, как сейчас выглядит их кумир. В интервью для глянцевого издания Vogue Жанна рассказала о содержимом своей сумки и любимых косметических средствах. И ей было, чем поделиться. Самым забавным оказалось то, что Агузарова до сих пор пользуется кассетным музыкальным проигрывателем. Ставшая гламурной штучкой певица, похоже, решила наконец-то выйти из тени и продолжить заниматься своей карьерой. Что же, будем ждать возвращения на сцену русской Леди Гаги.